Привет, меня зовут Игорь, я работаю в цифровом Сибуре и я пиар-менеджер. Я занимаюсь продвижением бренда цифрового Сибура в медиа и не только. Я бы создал и помощника, который бы мне помогал с моими задачами рутинными. Например, что-то записать в заметки, заказать такси или выбрать какой-то маршрут. На самом деле в цифровом Сибуре есть подобный проект. И этот проект помогает инженеру-диагносту определять, что не так с агрегатом, находить поломки на ранней стадии, тем самым предотвращать остановку оборудования. На самом деле в цифровом Сибуре я не получал странных запросов от СМИ. В моем предыдущем опыте были такие случаи. Знакомые запускали цифровую валюту Чак Норрис, и журналисты пришли к нам с просьбой прокомментировать, реально ли такая она сильная и стойкая, как сам Чак Норрис. Ну, вы знаете, смотря какой прайс, смотря какой фабрик и смотря сколько details. Да, это fly to the toast или завтрак всегда на высоте. Как сказал один политик, наверное, больше, чем лошадь, не работает никто, но у лошади нету пиарщика, поэтому об этом никто не знает. Так и в нашей сфере. Если вы что-то делаете, но об этом не рассказываете, то об этом никто никогда ничего не узнает. Я тот человек, который об этом рассказывает. Я могу это разобрать на простом примере. Когда вы ищете работу, и вам звонит, например, рекрутер и продает вакансию, то это продажа. Если вы сидите в соцсетях и видите рекламу с вакансиями, то это маркетинг. А если ваш друг говорит, что в цифровом Сибуре классно работать, нужно бежать быстрее туда, то это уже пиар. Я бы выбрал самый любимый мой. Это, пожалуйста, возьмите релиз. Конечно, я бы выбрал енота Педро, потому что мы любим каждый день своей работы, но кроме выходных. А, конечно, я бы отправил ссылку на наш телеграм-канал, потому что там мы рассказываем о наших крутых проектах, технологиях и достижениях. Поэтому подписывайтесь. Ну, Халк, скорее всего, потому что он зеленый и здоровый. У каждого супергероя есть свой костюм. Но я не могу выбрать конкретно одного, потому что в нашей компании их тысячи. Это сотрудники наших производств.